За прошедшую неделю на территории Надымского района зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых три человека получили травмы. Оформлено 18 ДТП с материальным ущербом. Проведено 6 профилактических рейдовых мероприятий. Четыре человека были подвергнуты административному аресту. Было задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности за неуплату административного штрафа, установленный законом срок, было привлечено 11 человек. На штраф стоянку поставлено 7 автомобилей. Всего за неделю госавтоинспекции Надымского района было выявлено 615 нарушений правил дорожного движения.